Доброе утро, котики. Слушайте, я с мокрой головой. Это сейчас пытаюсь что-то там досушить. У нас, во-первых, нет горячей воды, а во-вторых, отключили свет полностью. В подъезде только есть, а в квартирах нет. Это утром, когда нужно сейчас собираться на работу. Капец, если честно. Слава богу, мне, в общем-то, с лицом ничего не надо делать, сейчас только пудрой воспользоваться после крема и все, да? Но как сушить волосы без фена, я до сих пор ума не приложу. Что сделать на голове? Ну, сейчас как-то расчешу, и пусть вот как-то сохнут, высыхают. Не знаю. Вообще даже не знаю, как сушить волосы без фена. Просто вот так вот, ну, не знаю, у меня там такое на голове будет. Все сотрудники нахер разбегутся из офиса. Испугаются. В общем, вот такое бывает, понимаете? Слушайте, хотела сказать вам огромное спасибо, что вы смотрите мой канал. Я недавно подумала, что, боже мой, это уже столько лет, людям интересно. Кто-то не смотрит там какой-то период, потом опять заходит, смотрит, опять пишет: «Катя, привет, у тебя там жизнь поменялась, еще что-то». Ну, в общем, так интересно. Я не думала, что это занятие настолько долго войдет вот в мою жизнь. Иногда, конечно, просто некогда именно видео редактировать. Вот это вот как бы время занимает, да? Потому что нужно и на семью время уделить, и на какие-то мероприятия, еще на что-то. Вот. Слава богу, у меня с Евой уроки делает Сергей. Слава богу. Потому что это на самом деле очень много времени занимает и сложно. Вообще блондинка тупая, поэтому, знаете, мне кого-то учить. Хотя я препод по образованию по первому. Котики, ну что, включили свет в последние секунды, потому что нам сейчас убегать на работу, я хоть немножко привела себя в порядок. А то вообще было, знаете, как этот. Общем, что-то сделала на голове. Если вот у места стоит, где машина стоит, то не Вот процесс фотосъемки проходит, гляньте как. Прям там как-то что-то видно на том фоне. А ну-ка сейчас посмотрим, что же там Оля видит, а? Ага, что-то видит, гляньте. Так, наши парни нас уже ждут там. Это смотровая площадка сразу. Котики, мы вышли прямо на смотровую площадку. Это старый Ростов был вот здесь вот. Смотрите, как они нас ждут, в телефонах лазят. Так, там на какой свет сейчас проходим? Да? Это виден левый берег там, да? Да. Угу. Вообще круто, конечно. Подожди, один. Парамонов, да? Фотосессия. Посмотрите, вот там стадион. Сейчас только хрястится. Классный видос. Классный видос, да, если хрястнется. Это прям парамоновские склады. Прям туда полетит, если что. Да ну, я боюсь, ты что там. Это меня, да. Я свою мыльницу уже. Котики здесь. Сейчас я иду по выжженной земле. Тин. Вообще круто, конечно. Кажется, появились.
Посмотри, посмотри, как ты смотришь на ту сторону. Потом вырежешь мой голос, музыку наложишь. Что за мужик на заднем плане? Здесь, короче, стояли. С кем мы там? С Викой, по-моему, здесь были. Ты боишься подойти, Серег? Ты высоты боишься? Да, боюсь. Да? Вот я тебя подержу, смотри. Не, не надо держать. Я могу и туда слезть и спрыгнуть. Да? Блин, а я тоже боюсь высоты, но что делать? Парамоновские склады прям, да, видны? Здесь, короче, гуляли, ну и здесь вот так стояли. Ну, листвы не было. Короче, едет машина, там остановилась, выходят два чувака. И, значит, обернулись, но вроде никого нет. В эти ворота зашли, там не спасать. Люди стоят, короче. Ну да, они так туда так посмотрели. Вот дураки, представляешь? Если я не вижу, значит, меня никто не видит. Глаза закрылась, как дети маленькие делают. Ты куда-то... Не надо, Лё, еще рано, ты что, Лянь, собрался? Лянь, плывут уже эти кораблики. Не, ну тут... А как? Ну, по маслу. Да? А вы на лифте поднимались на мост? Ну, как-то там не работает. Хорошо, мы катались. Как там на самом лифте? Нафиг на самом лифте. Чего? Давай, может, правда, на левый берег пройдемся, а оттуда поедем уже. Вы видите, что происходит, Ленца? Просто сейчас это выпрыгнет. О, размах. Над пропастью воржи. Над пропастью воржи. Столбик. Как говорить? Вот, вот так, Лёха, беру. Как за ягоду. За ягоду. Слушай, ну мы так на свадьбу даже не купим. Ай, молодец. Ну вот ты сказала, Оля, на балу. Я не знаю, это как-то что-то. Да. По-своему, на Левенцовке можно. На 13 этаже посидеть на балконе посмотреть. Не, можно с дождем посмотреть на него с балкона. Так, дождик пошел. Ты там где-то колешься, что ли? В молодости. Перед домой живу. А вы смотрели, я сегодня в группу скидывал это видео? Так, мы спрятались от дождя, но не сильно мы спрятались все равно. Все равно это капается. Так, котики, ну мы ж не обошлись одним этим кафе. Мы решили вот пиццу поесть и заказать эти роллы. Рок-н-роллы. Васаби всем. Угу, интересно. Прям да, каждому так это. Глянь, мы ни разу не заказывали, да, рок-н-роллы? Зубочисткой даже есть. А пицца, получается, в подарок шла. Там на 2000 берешь, и скидку добавили, и бесплатная это, пицца, и все вышло на 1000 рублей вообще.